Всем привет! Никогда не думала, что скажу это, но мне уже хочется быстрее родить. Но прежде хочется быстрее выздороветь. Все-таки я сегодня созвонилась с врачом. Мне назначили антибиотики. Это очень плохая новость. Я до последнего не хотела делать антибиотики, но поняла, что лучше перестраховаться. Потому что моя простуда затянулась. Последние 2 дня мне крайне тяжело, еще с этим кашлем, который везде отстреливает, особенно в живот. И переживаю очень сильно, и живот уже большой, спать тяжело. Я прям чувствую, что ребенок вырос внутри меня очень быстро, и чувствую внутри себя прям такое большое тело. Я не помню, чтобы с Климом так было, поэтому много вероятно, что Вова даже больше, чем Клим. Ну, это еще нам предстоит проверить, но в любом случае, вы знаете про мои диеты, что я стараюсь не объедаться, мучное я вообще почти не ем. Если ем, то страдаю потом. И я чувствую, как ему уже тесно там. А, это мой живот. На камере он кажется еще больше, чем я его ощущаю. Бедная моя попа. Это лошадиная доза и какой-то убийственный толстый шприц. Вот, только не в спину мне, на 4 части. Вот, вот сюда где-то. Вот. Вот где-то вот сюда. Вот сюда. Да. Ой, страшно. Да. Я выпустила уже. Ватку подложишь, а потом вытащишь. Дом. Мы встретились со Силой, да, давно не виделись, да. Я до сих пор путешествую по городу. Я первый раз в жизни на Панфилова гуляю. Здесь так красиво, мне нравится. Я над со Силой покупает мороженое. Мы видео снимаем. Пошел такой дождь, Анфиса в шоке. Внимание, легко, легко, 4-5 тяни, это еще колени согнуты, давай. Мы зашли за Климом и заодно Саня решил поужинать. Мама приготовила пловчик на завтра для всех и кашку кукурузную вперемешку с какой-то еще ням-ням. Буду сейчас с Саней на завтра складывать. На утро кашка с сиропчиком и пловчик. Мы тут смотрим выступление Израиль.